Yeah.
Здрасте всем. Здоров. Чё, кого? Ау-ау-ау-ау. А кто сюда собаку сутулую пустил? Что там на РТ народ есть? Возможно. Войт, ты шо это? Вармса перебился? Шо это хуйня? Шо то хуйня? Господи, это ты что ли? Откровение свыше. Я танцую пьяный на столе. Нумануме, нумануманумае. Снова счастье улыбнулось мне. Ну ману мае, ну ману ману. Наркоман на войди. Наркоманский вой. Мне тут в РБК заявили, что Рохи, блядь, это вообще класс, недостойно существовать. А еще недостоин ты. Согласен. Говно класс. Да с каких-то болтов он говно. Полезный? На пул? Ты хотел сказать на... Бэээ! Царь, мы вчера тринку выебили. Как дела там? Так появился на свет Варшок. А Варшок же петушок. Потом как-нибудь лет через 10 спустя такие челики заходят на канал Вайда, открывают видео. О, давайте посмотрим, что же там было на Сирусе. Открывают видео ЗС, первая часть. И там царь такой сидит, рыгает, блядь, блядь. А потом вой так же. Такие дураки, блядь. Вообще насрать. Просто обрыги. Я художник, я так вижу, заебал. Ты вообще танчить сейчас будешь за ШП. Я так полагаю, Тёмы сегодня не будет, да? Это тайна, покрытая мраком. Опять за симкой пошел, ну как всегда. Пошел за симкой и не вернулся, все нормально. Умеем, могем. Пошел в магазин. А где Тёма живет? Часом не в горах? Давайте, заходите, ассистов получайте и помогаем добирать. В полчату пишем буе анрол плюс один анрол. Плюс один народ, что? Анрол. Народ анрол. Какой-то Т5, скорее всего. Пойду роллы себе закажу.
сука, Алик их увидел и плыл. Тут Алики, короче. Войд. А, Войд. Ну тогда ты никогда не узнаешь, что я хотел у тебя спросить. И плечи, а вовсе. Привет, Сим. Привет. Привет. Как дела? Надо говорить, еще не родила. А я тебе такое говорю, когда родишь, оповестишь. О, блядь. Вот. С родами уже... Мастер. Чё я? Ты знаешь, что такая потаскуха? Ты про себя, что ли? Это мама Машука. Нет, ты знаешь, что такая потаскуха? Ни разу. Потаскуха — это одинокая женщина, которая потаскует, потаскует и ложится спать. Алиса, короче говоря. Ага. Вот так вот, да? Ну и ладно, ну и не очень-то и хотел. Что, уже собираете? Сходи. Всем здрасте. Ну так-то да. Прит. Ой, блин, меня что-то прет сегодня. Тебя заклинило? Так, кто знает Вара Бейсон? Бейсон? Вроде я его даже в гильдию набирал. Он в гильдии Eye for the Horde. For the Horde. Или не добирал, я не помню. Ну и... Фу, ему в ебой! Добирал. Он у нас был в гильдии, просто потом ливнул. Клыкач, сколько даешь ДПС? Десятку даешь? 11 на сурке, чтоб ты. 11 он дает. И на сурке, насколько помню, давал 1. Да
4, 4. Так он вчера с нами был, что ты хочешь? Ну? С 10 до 12, это, ну да. The Hunt пишет 10к. А чё, Шрейдер не идёт? Да должен вроде. Так кто мне задонит 18 знаков, а? Не стоит ханта десятка ДПС брать. Нет. Да нахуй нужен? Скажи, зачем? У нас своих вагонов хватает. Еще чужих вагонов. Ой, башка болит вообще, жопа. Я уже говорил, что он будет сегодня. Только наебал нас. Изюм хант у банка Долорана. Посмотрите, кто там. Чё, ты его такой взял, ну? Я не брал. Какой хант? Изюм. Просто так в рейде появился, да? Блять, я его не брал в рейд. Всем привет, а есть сбор? Да. А есть еще слота? Да. Нету такого ханта изюм в рейде. Что ты говоришь? Возле банка Долоран изюм, да? Я не хочу этого говорить, но Маликета хила. Царя обезьян хила. У тебя проклятие, блин. Царь. А ты знаешь, что вчера упало? Да, знаю. Че он рыгать опять будет? А ты куда пропал, кстати, вчера? Меня свет офнули. Бля, вообще, ебать, тебе не повезло жестко, отвечаю. Чё Хеклоун не играет? Почему он не ходит сюда? Морфис. Потому что пидор. Кто там, ну не я. Пидора, сэр, пидора. Блэк Джек, кто это? Там покер и шлюхи должны было быть еще два ника. Это Искарь. Такой говорит 10к плюс, типа, пишет, ну, я говорю, ну, мал ДПС, ну да, говорю, мал. Ок, дам 12к ДПС. Че ему сказать? Он с тобой торгуется, на. Все нормально. Он подумал, что он на рынке.
Пусть 15 дает, слышь, Вой. Короче, мало пишу, все равно. Пишу доказательства, есть. Пятнадцатка сразу беру, написал. Не, не дам 15 верит. Вообще, чё так Юрий, слабо? Да, ну дай, дай 14 999. А Тёма чё, не будет сегодня? Не, не будет. Сколько нужно плюсов на вторую категорию? Третью. На вторую 5. 5? Блядь. 5 плюсов это в квесте или вот здесь, типа, где в бафах? Где бафы и в квесте, нахуй. Ну, потому что у меня в квесте, типа, уже 4 пишет, а в бафах 3. Ну так, в дебафе пишет 3, а задание у тебя на 4. На 4. А, типа понял, это еще раз мне нужно будет собирать, потом типа дадут на вторую. Да? Угу. Там немного. Да. Всего лишь 128. Потом еще. Ладно, пойду покурю пока. Чупакабра как дамажит? Как боже, в прошлый раз а был, я не помню. Дамажит? У нас РДДшников вообще нету. Ну ты есть РДДшник. РДДшники да, бесполезный класс. Кто такой ниндзя соло? Пятая карта, дурачок какой-то, да? Маленький. Куда маленький? Да кто такой Вальдеза? Игорь ДЦ 00. Это ПВПшер? Блять, дайте мне права, я к хуям их удалю. Кого? ПВПшеров? Дурачков этих, сука. Они просто мозолят глаза. Войду бы только бы права, бля. Мы бы метеориты плавили бы на Фениксе, да? Одни права и никаких обязанностей. Ты чё ты доебался? Хотят люди ПВПшить, пусть ПВПшат.
кстати, именно ПВПшеров у нас среди паладинов. Сегодня одни ПВПшицы, а завтра придут к тебе домой в жопу тебя им. Как бы... Двери насрут, да, так? Да, вот смотри, вот этот D3. Не надо как бы проецировать то, что с тобой произошло на других. Вот этот D3 написано. Это получается от 8 до 10к у него дамаг был в Гере. Он почему такой боссовый вообще, я не понимаю. Потому что гладиолус. Можно ли ну пока спать и поделаю остров, пока добор? Да. Будет больше двадцатки давать, придется D7 придумывать. Blood, DK, 2, 3, 5. Ты очень тихо говоришь. Тебя плохо слышно. Говорю, Blood, DK с двумя Т5, 20. Тут челики смотрят на меня. Сколько спать и вышло Джованни? Малике, да, вышел. Кто еще спать и вышел? У нас один не из гильдии, правильно? Еще вышел дед. Ну, обязательно прям фул, разве? Без двух человек. А, ну дайте пать. Как вы это так быстро сделали? Так.